Сегодня дополнительное образование для детей становится все более актуальным не только для родителей, которые хотят занять своего ребенка во внеурочное время, но и, безусловно, для самих ребят. Одним из успешно развивающихся направлений в дополнительном образовании Курагинского района можно назвать журналистику. Деятельность специалистов-координаторов Центра по работе с юными журналистами школ продолжается уже около 10 лет. 9 октября на базе Центра прошло совместное совещание специалистов редакции газеты «Тубинские вести» и координаторов по работе с юными журналистами. В рамках договора о сетевой форме реализации программы «Журналистика» с каждой школой заключен договор. Они назначили координатора, который непосредственно будет с нами взаимодействовать. Школы распределены по группам. Определены базовые школы. Это Артемовская, Шалаболинская, Рощинская. Первая школа, потому что здесь будем мы проводить самые большие погружения. Будут собираться все журналисты, это 168 человек. И педагогическая команда, которая уже определена, будет проводить с ними занятия. Участие ребят в создании газет, написании статей и многое другое дает им возможность определиться с будущей профессией, реализоваться в интересном деле, самоутвердиться. Подростки получают возможность выявить свои способности, научиться интересно рассказывать, выделять главное, излагать свои мысли на бумаге, правильно задавать вопросы и слушать собеседника. Всему этому и не только, ребята обучаются по специально созданной программе. Сегодня мы обговариваем все вопросы взаимодействия, каким образом будут материалы поставляться от журналистов, каким образом мы будем организовывать очно-заочную форму реализации этой программы. Вот. Надеемся, что эта программа поможет нам как можно больше опубликовать материалов юных журналистов. Это будет выходить «Перемена» в районной газете, «Тубинские вести», «Полоса». Это будет районная газета «Информдесерт». Это, возможно, будет какой-то информационный портал. Значит, у нас на сайте нашего учреждения электронная газета. Потому что самое главное для наших детей, это чтобы их публикации, они публиковались не только в школьной газете, но и на каком-то другом уровне. В июне месяце 2016 года пройдет медиафорум для всех журналистов, которые обучаются по программе. В рамках этого форума будет организован конкурс на лучшую школьную газету, на самого креативного корреспондента, на лучший журналистский материал. Потом будет небольшой перерыв, учитывая, что в отпусках будут все педагоги. И завершим мы эту программу еще потом сентябрь-октябрь. Завершаем в ноябре конкурсом пресс-школа, в котором будут участвовать все обучающиеся журналисты. О результатах работы Центра дополнительного образования говорят многочисленные дипломы, размещенные на стене в кабинете руководителя. Ну и, конечно же, ребята, которые решили после окончания школы связать себя с профессией журналиста.